Улица Академика Булаховского, 42/43. Панельный 16-этажный дом. Построен в 1981 году, в 2003 проведен капитальный ремонт. Зелено, высажены палисадники. В удовлетворительном состоянии вход в парадное. Установлены домофон и пандус. В общем, с соседним домом дворе есть детская площадка и спортивные брусья. Достаточно места для парковки машин. Рядом несколько супермаркетов, кафе и других объектов торговой инфраструктуры, школа, детский сад, Святошинское озеро с зоной отдыха и лес. В 5-7 минутах езды или 20 минутах пешком станция метро «Академгородок». Состояние дома удовлетворительное.